из-под тишка окрасил серым все вокруг. И за окном прорисовался тополей знакомый ряд. Она спала, лед мотылька легко спугнул бы ее сон. И он от дрогнувших ресниц отвел поспешно взгляд. Она спала, и в этом сне меж ними не было преград. Она спала, ее щека хранила свет его тепла. Но все про все им оставалось только час побыть вдвоем. В их дом тревожным холодком беда уже ползла. Последний луч, последний шаг, последний миг, когда иссяк последний вздох, последний блик, последний всхлип, еще была ему на самой глубине глазного дна видна нетронутого сна бесформенная зыбь. Ремедиос будет последний, о ком подумает Аркадио через несколько лет, стоя у стены в ожидании расстрела. Габриэль Гарсиа Маркес. 100 лет одиночества.